Оскол, представляем, где можно покататься недалеко от города, не ехать никуда. В 3-9 земель можно пешком дойти. Смотрим, вот разгоночка есть. Дальше идет довольно-таки хороший уклон с большим градиентом постоянно. Смотрим, какой он сосновый лес. Между деревьями можно прокатиться. Все пеньки подпилены. Снега пока не так много, но зима в этом году хорошая. Тут есть выбор траектории, туда-туда, трамплинов пока нет, но все в наших руках, так скажем. Дальше вообще резкий спуск, который, блин, наверное, как разгонка Сорокина, но по протяженности раза, наверное, в 3 дольше. Вот. Едем вниз. Не сильно узкий склон, где можно еще тут закантоваться, как-то вырулить. Вот. Вид снизу вот такой вот. Прекрасно, красиво. Едем дальше. Веточки подпилены, не мешают, можно проехать. То есть, в принципе, вот я прошел, наверное, метров уже 150. Это не такой короткий склон, можно покататься. Дальше для опытных можно выехать здесь, проехать дальше и выехать на улицу, на частный сектор. В принципе, тут тоже идет уклон. Идет, я в прошлом году или в позапрошлом доезжал даже до какого места, сейчас покажу. Наверное, где-то вот до туда. Вот. Такая вот фигня. Всем welcome, приходим. А место это конец гаражей новой части города, как от Невского спускаться. А там лес за садом пенсионеров. Вот это выезд на песчаную, по-моему, улицу. Спуск. А, давайте. Всем всех благ, занимаемся спортом, отдыхаем на свежем воздухе. Но сейчас еще пройдем немножко вверх, чтобы убедиться, какой тут склон. Вот, в принципе, здесь есть чем заняться. А еще в чем плюс, что тут, как видите, есть фонари, и можно кататься круглые сутки, что очень круто. Конечно, пешком придется походить, но почему бы и нет. Зато никто не гонит, никому не мешаешь. Единственное одно но, осторожнее будьте там, чтобы не врезаться в автомобиль. Смотрим дальше на просвет, едет, не едет, и слушаем. Без всяких наушников едем. Все, всем всех благ, приходим заниматься.